Бывают такие моменты, когда с лицом происходит что-то, и ничего его так не меняет, как на паспорт обычное фото. Эта фотка у всех одинакова, как будто ты окоченел или на что-то острое очень резко на стуле сел. Большинство эту фотку прячут, не показывают никому, чтоб какой ты болван на фотке было известно тебе одному. Вроде только ты улыбался, был веселым, смеялся, шутил, но как только ты сел на паспорт, ты выглядишь словно дебил. Я в жизни такой, а на паспорт такой, как будто стукнулся я сильно башкой. Я в жизни такой, а на паспорт такой, как будто пытали меня кочергой. А когда твою фотку в паспорте увидит кто-то другой, непременно тебя он спросит: нифига это ты такой. Но есть исключения, конечно, и все мы знаем об этом. Кто хорошо получился на паспорт, тот в жизни видать с приветом. И ты думаешь, глядя на фото, поменяю, как возраст придет, но из нового паспорта также на тебя глядит идиот. Я в жизни такой, а на паспорт такой, как будто ежа мне забили ногой. Я в жизни такой, а на паспорт такой, как будто снимаюсь я в фильме «Чужой».